Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами канал CryptoxBlog, и сегодня у меня обзор проекта под названием Rubik. Ну что, поехали! Итак, каждый блокчейн, что создан в криптовалютной экономике, имеет свои особенности и, конечно же, преимущества. Но, как ни странно, пользователи не очень стремятся использовать сразу все для решения задач. Это доставляет определенные неудобства. Приходится тратить много времени на то, чтобы пользоваться различными инструментами от разных блокчейнов. Возникает закономерный вопрос, а если создать одну платформу, позволяющую проектам все делать в одном месте, от создания до торговли токенами? И такая площадка была создана. Это децентрализованная peer-to-peer платформа Rubik. Разработчики подставили перед собой цель добавить к сервисам все, что есть, а также возможность мультичейн peer-to-peer торговли, и чтобы каждый из пользователей мог осуществлять сделки на своих условиях без особых проблем. Можно сказать, что платформа донастраивает сервисы DeFi, создавая им возможность делать токены, а участники имели возможность заниматься сделками в одном месте. Можно сказать, что команде удалось сделать то, что другие не смогли сделать, хотя попытки предпринимались. По всей видимости, они сделали это за счет своей компетенции. Они принимали непосредственное участие в разработке множества проектов, и среди них MyWish платформа. На ней сейчас создаются смарт-контракты и обеспечивающие поддержку ведущих блокчейнов NEO, Ethereum, Tron, EOS, RSK и Waves. Помимо этого, команда помогла выйти на рынок компании Rock&Block, которая сейчас занимается разработкой программного обеспечения для проектов NEO, Kiros, Ducatus, Waves, Action Network и прочих. Разработчики сосредоточились на работе на самом выгодном сегменте рынка – децентрализованных финансов. Почему именно с ними? Все просто. Децентрализованные финансы используют смарт-контракты, которые в свою очередь работают над блокчейном эфириума и предоставляют возможности для создания уникальных финансовых инструментов и ценных активов. Также децентрализованные финансы не позволяют мошенникам осуществлять взламывание системы для получения контроля над информационными блоками. Кроме этого, децентрализованные финансы дают возможность различным DeFi индустриям взаимодействовать друг с другом, разрабатывать финансовые инструменты. Стоит сказать и про еще одно преимущество. Это децентрализованные финансы не предполагают использование посредников. Это очень важно сейчас, поскольку множество площадок либо сознательно или вынужденно прибегают к услугам посреднических структур. Зачем это делать, остается неясным, поскольку кроме ограничений ничего не несет, как и повышение стоимости услуг. Команда проекта поступила по-иному, и для них посреднические структуры исключены. За счет этого и затраты на транзакции крайне незначительны, что не может не радовать пользователей. Сейчас все наработки площадки можно использовать, чтобы выпустить токен, управлять им или проводить обмены криптомонет по оптимальному курсу. Каковы же характерные особенности операции peer-to-peer в Rubik? Каждый пользователь может зафиксировать прибыль до того момента, как сделка закроется. Сделана интеграция с Uniswap и Curve. Хорошо, что нет никаких ограничений, касающихся объема сделок. Также разрешается проводить краудсейлы, осуществлять как публичные, так и частные сделки. Каждый из инвесторов, что работает с площадкой, получает процент со всех сделок, что были успешно проведены. Стоит отметить, что проценты прибыли платформы регулируются. У брокеров есть вся нужная им поддержка. На данный момент площадка дает возможность использовать ряд своих продуктов. Платформа Rubik для торговли. На ней функционирует токен ERC-20 под названием RBC. Он используется в качестве горючего в системе. MyWish позволяет всем проектам, кто сотрудничает с площадкой, провести аирдропы и краудсейлы со своими токенами и разрабатывать их. В 2021 году будет представлена платформа пула ликвидности.
На днях состоялась публичная продажа токена системы. 66% существующих токенов продадут, 30% токенов используют для стейкинга в качестве бонуса для пользователей. Ожидается и листинг на Uniswap площадке, которая работает на базе Ethereum и позволяет участникам совершать обмен ERC-20 токенов между собой. На данный момент площадка пользуется большой популярностью среди пользователей. На ней и произошел листинг RBC токенов после распродажи. Предполагается, что это увеличит рейтинговые позиции площадки и капитализацию. Множество инвесторов работают с теми же монетами, что были включены в список Uniswap. Что же можно сказать в итоге про проект? Судя по интересу к нему со стороны сообщества и экспертов, а также учитывая возможности команды, у них все должно быть хорошо. Лучше всего сейчас и прикупить токенов, чтобы потом без проблем подсчитать прибыль на своем счете. Советую вам присмотреться к проекту Rubik, а также по возможности инвестировать в их токены, чтобы получить прибыль. Благодарю за внимание, с вами был канал CryptoxBlog. Ставьте свои лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. До новых встреч!